друзья, квартира 2 плюс 1. Полностью меблированная. Все, что вы видите на видео, вся мебель. Входит в стоимость квартиры. Вот я начала снимать с прихожей. В прихожей есть вот такой вот шкаф. Проходим с вами в зал. Зал-студия, совместная с кухней. Отличный кухонный гарнитур. Вся бытовая техника отличного качества. Все входит в стоимость квартиры. Вот такая вот, вот такой вот обеденный стол в центре. Кондиционер, телевизор, еще один обеденный стол. Квартира полностью меблированная, оснащенная всей бытовой техникой. В зале есть вот такой вот набор из дивана, кресла, столика. Вот такой вот круглый стол с плетеными креслами. В общем, квартиры готовы к заселению, к проживанию. Имеется все. Сейчас мы пройдем с вами в комнату. Сейчас давайте посмотрим комнаты, пройдем вот через прихожую по коридору. Справа от меня санузел, душевая кабина, все, что нужно, раковина, унитаз. Достаточно просторная. Затем вот первая спальня. Двуспальная кровать, комод. Все входит в стоимость квартиры. Хозяин продает все вот как есть. Что-то она говорила, кофта какая-то у нее здесь. Вид открывается вот сюда, на аквапарк из окна. Как вы видите, здесь есть вот кафе, фастфуд, магазин. Вот мы с вами сейчас посмотрели вот эту вот спальню. Давайте посмотрим еще одну спальню. Тоже достаточно просторная. Здесь есть кондиционер. Здесь есть шкаф, диван. Квартира очень чистая, совершенно новая. Здесь как будто вообще никто не жил. Хозяйка очень редко здесь жила. Все свежее, свежий ремонт. На полу вот у нас кафель. Отличная меблированная квартира в замечательном жилом комплексе со всей летней инфраструктурой, с аквапарком, с бассейнами, с кинотеатром под открытым небом, фонтаны музыкальные. Здесь летом вам будет очень интересно, весело провести время со своей семьей, с друзьями. Прекрасный климат, здесь летом не жарко, вот здесь недалеко Таросские горы и также море, морской и горный воздух смешиваются, такая прохлада, приятно, очень хороший климат, очень хороший пляж. Песчаный, здесь есть спирт, можно с пирса спуститься и сразу вот песчаное дно, вход такой, небольшая галечка, вот, и здесь также ходит общественный транспорт, то есть вы можете без проблем доехать до центра города, до 11 ночи ходит общественный транспорт, также есть сервис от торговых центров, которые привозят, увозят жителей комплекса. Так что присмотритесь, отличный вариант, супер квартира, полностью меблированная, можно заехать и сразу же жить.